Бежит с планеты сферия, сферянин непростой. В надежде на спасение помчал он в мир другой. На землю попадает злоскверики за ним. Сферянина спасают ребята и Максим. Добро пожаловать в Спартанию. И как понятно из названия, здесь все спортивные, активные, здоровые и позитивные. В беде помочь готовы каждому. И мы сверянину отважному расскажем, что такое ЗОЖ. Здоровый образ жизни так хорош. 2019. Как же мне? Что же теперь будет? Так, нужно что-то решать. Юла, что случилось? Они похитили ее. Они похитили Юлайку. Мы украли вашу лайку. Не будет теперь у вас ни верности, ни радости, ни универсиады. А что этот самый Кранч просит взамен? Дети Земли, подумайте. Мы предлагаем вам честный обмен. Юло в обмен на Юлайку. Лайка? Слышал, отличная собака. Тоже себе такую хочу. Юлайка — это не просто отличная собака. Это еще и талисман зимней универсиады 2019. Универсиада — всемирные студенческие спортивные соревнования. За всю историю универсиады в России впервые будут проводиться зимние игры. Это грандиозное событие для целой страны и ее граждан. Я не могу вас так подставить. Я согласен на условия Кранча. Постой, выход есть всегда. Мой папа говорит, что нельзя идти на поводу у злоумышленников и играть по их правилам. Мы обязательно что-нибудь придумаем. На то мы и твои друзья. Ребята, я придумала. Давайте я буду кататься на коньках и сделаю круг. Догнать и схватить! Полные трибуны спортивных стадионов следят за конькобежцами в забеге, за гонками на лыжах, стрельбою в биатлоне, за кёрлингом, где хитрые стратеги. Скандируют трибуны, ведь в воротах шайба и гигантский слалом впереди. Фигуристов также приветствует Улайка, пусть сильнейший в играх победит. Универсиада, как Олимпиада, важное событие для всех. Будь сильней и выше, среди всех быстрее, будет ждать тебя тогда успех. А здорово мы их, да? И талисман спасли, и я в беду не попал. Потому что мы друзья, а друзья в беде не бросают. Потому что мы команда. Посмотрел мультфильм? Покажи его и своим друзьям. В Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке и других сетях. Нажми «Поделиться». Поставь лайк. Тебе не трудно, а мне приятно. А еще не забудь оставить свой комментарий. Давай дружить! Подпишись на канал